не надо под меня открываться. Просто браузер там. Да, как бы. Ну-ка, графическое оформление. Картинки, все. Чтобы нам найти хорошее. Не знаю что. Я тут останусь. Мне нравится. Только вот глушить надо мне еще место и компенсатора. Я бы вообще себе очень. О, смотрите, вон он лезет. Я его вижу, ебать. Вон он! Он на машине. Нет, вот он рядом. Убил, снайпер работает, Богдан. Дробовики будут за мной. Все, обратно. Дальнобой в руки. К вот этой стене, чекай. Царского двора Воронцов-Дашков передал царю докладную записку, которая звучит: Воснезенская компания создается не для обогащения отдельных лиц, но для самого полиции. Были многочисленные пожары, многочисленные жертвы. Ну, примерно так же, как впоследствии они начали стрелять в голову, по площади. Ну, это специально для того, чтобы вызвать раздражение в присутствии ополчения. Ну, сказать, делалось это именно для этого, скорее всего, да. Честь и хвала одному офицеру артиллерийской, слушателю Академии Российской, там, который приехал одно время, был у меня начальником артиллерии. Просто приехал в офис. Честь ему и хвала, естественно. Вот. Еще там буквально 2-3-4 человека, которые действительно отпускники, которые добровольно. Того, как зовут самого ученого, Лопыгин Владимир Владимирович, говорили о том, что осужден он братство. Да, специально. Вроде он сохранялся. На площадку Магма, да. Магма шлемы хорошие. У меня на евро весь комплект. Очень я там ими доволен. На стадии евро поиграть пойти. Вот резня, которая там показана, вот есть где-то толпа людей, печенегов, в бурнусах, Карл, печенеги, в бурнусах, ночью дождем. А, кстати, фильм был, помнишь, Джаз освобожденный, там, когда ночью кукол склад скакал в этих дурацких колпаках, глаза были как криво. 5 мая 1745 года английское оружие подъехало, и я за Кубанку выехал. И когда он поехал к Гасову, он очень близко подошел к французу. Сам факт. На границу у нас там так было, по-моему, 48 дивизий. Прокачать винтка, перетянуть первый скопеть вас. Тогда время перейти по ссылке в описании. Ведь только сейчас, зарегистрировавшись по ней, ты получишь кучу. Это обстоятельства и так далее. Другими словами, это просто неправда. У нас, в общем, все в целом нормально. И хотя к следующему, последнему выводу о себе, конечно, жить в разных странах хорошо, но я там пробыл где-то около больше 10 лет. Конечно, что ясно, что я... Обращаемся к экономической пункте, в основном 110. Корейский Сесаж, добрый вечер. Добрый вечер. Начали говорить о внешнем фоне и артистических активах. Сейчас они терят.
Может быть, там, по-моему, один, кстати. Поедем назад. Ну вот, так это. И вот это время, такое более-менее стабильность, этого исходить, у нас еще в запасе, Иными словами, резкий переход, он резкий только на фоне продолжительности. Да, хочется больше, чтобы поняла. И для какого-то конкретного интервала времени, вот допустим, там с 3 до 2,5, там немного. У нас там несколько челюстей, зубов, как бы, ну, хотелось. Почему вы сидите в темноте сейчас? Это мое шоу, и я задаю вопрос. Почему мы сидим в темноте? Включите свет. Больше. Хотя не прививают каждый день, но у тебя есть время на то, чтобы их прочитать. Естественно, работать с ними, там, просить свидетелей. И потом, там система такая, когда... Потом... Это очередной донатик, При этом, при всем, не нужно забывать, конечно, про актуальность обзоров и про то, что, ну, я вот лично перед вами чувствую некую ответственность. Вы... Красава. Красава. Не-не, вот так не варим. Я где-то слышал. А, сейчас. Делаю. Стреляй. Чувак, быстрее стреляй. Попал. Что, плюс? Нет, не я. Тебе не зачитал нихера? Нет. Ты бата забрал? Нет. Молодец. Только не стреляй, Кабра. Молодец, смотри. Бегай. Да я не буду. Бьет их, убьет, господи. Надеюсь, что нет. Ничего не сказать. Это прям мне. Я в баре сидел, мне это все скинули. Это просто забей. Натуральный. 15-летний. Нет, 2002 год, это сколько ему? 15 лет, да. 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 15-летний, извините за выражение, пидор. Хейтик. Я пытался 3 попытки. В жопу этот рандом. Я не знаю, как я завтра буду в танки играть. Никак. Так, что-то у меня спрашивали. Это 70. 85, 86! У-ху! Блин, хотел подлететь. А где последний пень? Где-то тут, наверное. Тут где-то. Игры, потери саппорта, ну и да. Я пытался предотвратить этот рез, мне, к сожалению, его не дали предотвратить. У меня, в принципе, неплохая команда. Надо сказать, что я даже по стати не вижу здесь сумасшедших, которые играют в нуля. Нет, здесь, в принципе, все ребята полезны. Знаешь, мы можем... Я позабыл. Смотри. Давай не палиться. Слушай, давай крысы. Так, все, погнали. Бой пофигу какой, погнали так. Хорошо. С подписчиками пока не знаю. Я их редко делаю, но делаю. Так, любители им Джобс, катая 44, такая имба альфа. Не-не-не-не, спасибо. Нет, просто нет. Знаете, что еще очень важно? Важно, чтобы работают правоохранительные органы, пусть работают лучше, это понятно. Но еще очень важно, чтобы мы здесь создали сейчас единение и органов власти, и гражданского общества. Конечно, чтобы с борьбой... Давай пойдем. Да, фонарь пока лучше выключи, пошли сюда. У меня прицел. Так. Уходи. Ты готов уже, да? Да. Ты жив? Да, я жив. Так, блин. Сможешь его завалить? Меня Mailman завалил. С дробовика. Как только он... Брат, он и забыл.
А, 59 паттон, да нафиг, сори, сейчас возьму следующий. Сейчас. Блин, стримить или не стримить эту тему? Ребят, жмите, давайте так, жмите лайк на стрим, кто хочет постримить, чтобы я постримил этот бой. Вот это я пострелял, вот это было здорово, вот это вот. Я 4-3 пострелял. Хотя есть побольше можно. Тут и 10 камеров на пизде вылезти, на самом деле. Да. Так, чё дальше поедем? Чё дальше? Дальше. Пара-пара-пам. О, давайте три едут. Здесь у всех едут эти, надеюсь. Где третий? Это же прекрасно. Кажется, у нас город проиграет. Да, у нас и тут как бы. Да господи, да как бы я так выстрелил? Было бы короче. Два выражения в прошлом. Первое, это атака на близнецов, на башню близнецов 11 сентября. Это была провокация, конспирация, и никакой атаки не было. И он придерживался этой идеи очень долго и пропагандировал. Их не запретили. Вот, то есть, и в этой связи, еще раз говорю, это общее. Практика. Действительно защищают языковые права населения за пределами своей страны сейчас все великие державы. Заверши. Да, вот говорили. Блять, какой-нибудь дикий лизун у школьника, которого он приклеил Марье Ивановне на волосы лобковые. Чувак, блин, это просто глупые вопросы, честно, но тебя реально интересует, если у меня в нас усопли, то блять, типа вот, типа что? На самом деле это очень некачественный на Ближнем Востоке. Они привыкли к системе дестабилизации. И поэтому все члены Ближнего Востока, дружно ходят не в Пентагон в последнее время, а в Ближнем Востоке. Потому что это залог стабильности, который... Бороться, потому что он не царь. Его нигде никогда не называют царем. Хотя, конечно, это Бильдербек, это очень могущественное лицо. Потом серый кардинал, а потом уже не очень серый, а потом просто кардинал, который... Несколько тречеваров уже сгоревших стоит. Танк, по сути дела, не защищен от волос патронов. И мы, значит, вперед. Только я развернул, выехал, значит, слышу. Я встал. Какой-то сопливый вундер. Смотрите, на самом деле очень интересная штука. И очень хочется узнать ваше мнение. Потому что мне в видосе рассказывал. Блин, ну они уже наготове, но они уже поняли, что я типа, фу, за... Я слишком Ладно, в общем, жутко интересно нам было с вами поговорить. Спасибо, что приехали. Надеемся, что все будет хорошо, и вы появитесь еще в нашей программе. Спасибо огромное. Инза, не слушай. Он блефует. Проводите посетитель. Вот рай. Наконец-то защитил в Николаеве.
Честь и хвала. Защита радиации. Там много всего даже дает. Вот этот радиация. Пет удар, артефакты, конечно, мега могучие, честно говоря. Я даже не думал. Доступ. Блин, он похоже это. Он где-то у бомбы. Все, ребят, сейчас, значит, по Шурику прям создаю новую. Изначально, скорее всего, предназначалось для стрельбы ядрами. Ну, не, конечно, не чугунными стрельбами ядрами, а каменными. Сделано из песчаника. Удельный вес камня там более чем в 2 раза меньше, чем чугуна. И в описях уже. Yeah.
По поводу чего, собственно говоря, слезы. Слезы по поводу, видимо, невинно репрессированных. Потому что если они реально виноваты, чего тут вообще разбираться? Если следовать терминологии, то все... Настроение на Подоле на том же, да, он чувствует настроение в Киеве, да, он чувствует, и он под это настроение играет, он играет свою роль, он строит свою политическую карьеру на будущее, но это же свидетельствует о том, что на Украине меняется.